Ой, бля. А что так ускорено? Это... А у меня обычная скорость, он реально такой быстрый, ничего себе. Бля, ну они немного опоздали с тягами, как бы уже немного не актуально. Ну, немного не актуально. Но судя, исходя из того, точнее, что я слышал в сниппете, звучит, честно, как-то так себе. Мои гучи тяги, бархатные тяги, мотыга и купюры, зеленый как васаби. Эй, детка, делай, делай, эй, делай слаппи-таппи. Тип делай до тех пор, пока тебе не скажут, хватит. Мои кардиограммы читаются, что я маме. В моем джусе палате паре не капли с деньгами. Я все у карди украла, ты меня ждешь, я банана. У меня клипы за лямы, мой бести Саня Романов. О боже, что за тяги, мои гучи тяги. Тяги, 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 они всегда на мне. О боже, что за тяги, мои балентиаги. Тяги, 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 мне муж купил мне. О боже, что за тяги, мои гучи тяги. Тяги, 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 они всегда на мне. О боже, что за тяги, мои балентиаги. Тяги, 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 мне муж купил мне. Как каждый день... Что такое НЕ? Это что такое НЕ? Я просто дебил, не шарю. Мне муж купил в НЕ. НЕ, НЕ, что это? ХЗ. Никто не знает, что ли? Вы что, гоните? Какой Нью-Йорк, блядь? Там не НЕ тогда, а НИ. Игрек. А тут НЕ. Никита Ефремов чел обувью торгует. Ладно. Духи, тусим, как будто психи. После таких выпьем, звонит свои врачи. Я удаляю сторис на утро после тусы. Но наши фото с этой пати видел каждый юзер. Да-да-да, мои мозги, меньше моей груди. Я поставила импланты, чтобы ими трясти. Эй, детка, отойди, не наступи мне на тяги. Ты за это не шаришь, что это Баленсиаги. О боже, что за тяги, мои гучи тяги. Тяги, 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 они всегда на мне. Бля, ну первый знает. Купила мне. О боже, что за тяги, мои гучи тяги. Тяги, 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 они всегда на мне. О боже, что за тяги, мои балентиаги. Тяги, тяги, тяги. Ну, если честно, больше звучит как рофл какой-то. Рофлотрек, знаете. Как Мазелов иногда рофлотреки выпускает, чисто по приколу. Вот это как будто ощущение такое, что по приколу сделали на скорую руку. Купил мне. Ну, не знаю, мне как-то не особо зашло. Вот. Странно звучит. Такой-то ускоренный, быстрый. Ну, это, видимо, тоже для концертов исключительно, да? Не более. ХЗ. Просто я в каком должен быть состоянии, чтобы я вот так вот взял и начал слушать этот трек в обычной жизни, блять. Я не знаю, там, пока еду куда-то. Дай-ка тяги послушаю. Тяги, тяги, тяги. Вот Мазелова я могу понять, там, в каком состоянии можно слушать. Когда тебе там грустно, там, или еще что-то. Вот. Такое вайбовое состояние, не знаю, расслабленное, грустное, там, не знаю, депрессивное. Ну, не всегда, конечно. Когда тебе одиноко, там, включил Мазелу, такой, да, классно. Но тяги... Это когда ты, блядь, купил себе Баленсиаги, что ли, и включил этот трек такой, типа, блин, я крутой, у меня Баленсиаги. Вот такие у меня тяги. Вот. Золкин. Да, он банит видос.